Ну что ж, продолжаем нашу презентацию. Позвольте, я не понимаю. Простите, пожалуйста, вы кто и как вы сюда попали? Так, все, до свидания. Послушайте. Никита, вагон, вагон, быстро раскатала, объясни, гораздо. Громко, громко. Шестой день, шестой, все. Шестой вагон, все, нашел. Так, быстро начинать посадку, бьем. Давай, 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 давай. А вот свай, шнель, давай. Послушайте, какой вагончик? Вы знаете, где вы находитесь и кто вы такая? Я прошу прощения. Ну, все-таки идет презентация, вы являетесь сюда с каким-то непонятным чемоданом. Какие-то билеты, какие-то вагоны, я вас попрошу. Господи, это презентация, я не поняла. Ну, как-то сегодня презентация Андрея Витолина, который издал свой компакт-диск в Дании. И по этому поводу собрались его земляки. Мы отмечаем. Отмечаем, понимаете? Презентацию. А, ну, пьянка, значит, да? Вообще-то шампанское. О, боже мой. Буторина. Буторина. Андрей. Возыла я его. Недавно возила его. Вчера, позавчера. Так проснулся в Москве. Страшно. Забыл чемодан. Компакт-диски. Вот, знаешь? А ну давайте посмотрим, что там. Да что ж смотреть. Компакт-диски. Скоро. Я с ней пила. Моя ящичка. В этом самом же декрет скоро. Какая разница? Замуж вышли? Как кирпичи, ей-богу, а? А, точно, точно, компакт. Ага, ну так мы его позовем, надо же отдать человеку. Спасибо, я думала, с вами рассчитается. Да не дай бог рассчитается. Ну так вы в театр, понятно, да? Простите, а как вас зовут? Вера. Меня Галя. Можно Вера не так просто. Галя, очень приятно. А вы как, это на Москву ездите или на Киев? А, с Москвы говорили. Да с Москвы же пошла, вот я уже дала его в купе. Ну хорошо, я пойду Андрюшу позову, наверное, да, сказать, что чемодан нашелся, да? А вы пока подержите зал, хорошо? Ну, скажи. Ну хорошо, пока. Так дай мне вагон, все. Скажи, скажи всякий вагон. Шестой, все, посадку начинай. Ой, цирк на дроте, ну. Я не могу уже. Так, я тебе про сына возьму, а тебе русским нормальным языком сказала, у меня свободных мест нет. Куда я тебя на голову посажу? Ну ты интересно. И не суй мне свои деньги, ради бога. 300 лет мне не надо. Чтоб я за ее сотню всю дорогу трусилась, на чертов мне не надо. А, сотня не ходит, ходит. Сотня не ходит, у нас все ходит. У нас ходит все. Я не поняла, мужчина, что это у вас... В билете матюки. Как фамилия? Ай, Господь, помилуй фамилию. Не-не, проходьте. Это если вин, то она ж я. Я родная, вот ты, ты не в школе, боже. Ай, Господь, ну. О, мама моя родная. Так, все, отправляемся. Заканчиваем посадку. Куда ты пнешь? Ну куда ты пнешь? Ты что, не бачишь, что женщина с беременным ребенком? Вот работка же у меня собачья. Вот работочка ж собачья. Ну, не отсвятляйте на отцу крестную. Не спела на тисто, ей же чаю. Дайте чаю, бо скучаю. Что так поняли? Так, все бегом взяли постели, быстро. Я не хочу ничего знать, все взяли постели. Кто постели не берет, глазок ночью не сомкнет. Все. Взяли воду на казенных матрасах, давай. Не оставляй, теперь постель мокрая. Ты скажи спасибо, что мокрая, а не грязно. Да, да, 100 тысяч, но я таких денег, я таких денег не выдумаю. 100 тысяч, улитки в шестом вагоне дороже. Он пришел в Киев нашему веселому Роджеру. В постели мокрая принцесса на вороне, ну, нашла центрофугу. А что так воняет, ну? Надо перекусить.
берегу снега. Тобі не спиться, я тебя спросплю, да? Принцесса на вагоне. Не, ну что так воняет? Так, мужчина! Мужчина безобразный полки в трусах! Я вас умоляю, вы укрыть свои ноги, або давайте что-то решать. Вот так, женщина, аппетит не испортили. Вы со мной летом не ездила на зеленом дизеле. Адлер в Сочи. Ехала от этих комсомольцев, добровольцев. Так нажрала еще гады казенного урока. Поезд чуть с рельсы сошел. Что ты, девочка, мотаешься, сквозняк меня оняет? Бегет. Бион, девушка, вы как партизан в засаде. Давайте бион. Все. Станция Бухаловка. Не Бухаловка, мальчик, а Бухаловка. А мальчик, иди. К своей маме. Быстрыми скачками. Следующая станция Наливаевка. Стоянка 200 грамм. Сказали из 6-го вагона, та бутылка портвейна была лишней. Так, все, ты одна девочка, что тут ходила по перрону. Галя! Что такое? Ну что, да? О! Вот это, да? Ты меня помнишь, родной мой. Не Белла, ты чемодан. О, все эти, ты два. О, мой, зрелись. Ну, давай. Андрей, посмотри на ее руки, на что она намекает. Узело продвяжется, узело навяжется. О, наконец-то, намекала, ну, это Буратино, ну. Я тебя поздравляю, чтоб ты мне подарил компакт-диск, и ты на чем его послухать.